Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 405, из раздела о математическом языке. Конфета стоит А рублей, пряник стоит С рублей. Сколько стоит 7 конфет, 5 пряников, 6 конфет и 2 пряника, Х конфет и Y пряников? Для начала узнаем, сколько стоит 7 конфет, если конфета стоит А рублей. 7 умножаем на А. Столько рублей стоит 7 конфет. Сколько стоит 5 пряников? 5 умножаем на С. Столько рублей стоит 5 пряников, потому что С рублей стоит 1 пряник. Сколько стоит 6 конфет и 2 пряника? Если одна конфета стоит А рублей, то 6 умноженное на А, столько стоит 6 конфет. Если пряник стоит С рублей, то 2 умножаем на С, столько стоит 2 пряника. Сложив стоимость конфет и стоимость пряников, мы получим выражение 6А плюс 2С. Сколько стоит Х конфет и Y пряников? Х мы умножаем на А, а Y умножаем на С и находим сумму. Х умноженное на А плюс Y умноженное на С. Столько стоит Х конфет и Y пряников. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.